Всем привет! Добро пожаловать на MLBet первую лигу. И в ближайшие минуты мы откроем 23-й тур. Делегат матча Владимир Крысин из Хабаровска. Александр Неценко у микрофона. Ну и все наше внимание на игру. Будем разбираться, кто где играет, насколько та расстановка, которая была очевидна. Уже первая ошибка в исполнении Евгения Ставера, и тулики сразу пытаются ею воспользоваться. Они смотрятся действительно очень здорово в нынешнем сезоне по результативности. Еще один прорыв, тут захват за футболку, кстати, попытка сыграть в касание Ломакина, и судья что? Судья показывает, по-моему, пенальти. Вот здесь, смотрите, убегает за спину Савицкий, его хватает за футболку. Возможно, здесь был фол до штрафной, но главное, вот этот момент, Ломакин в касание играет и попадает в руку Насырову. Получал право на 3 11-метровых удара, реализовал только 2. Разбег Кичина и гол на 18-й минуте. Плотно навязывает борьбу в центре поля. Ну, можно точно сказать, что Енисей, когда все-таки вот этот рубеж в центре поля проходит, сразу у красноярцев получается опасно атаковать. Отличный момент с доставкой мяча на Ломакина. Красиво открывался. Вообще, я бы похвалил Александра, потому что, мне кажется, игра выравнивается. Александр Масловский. Масловский. Сейчас опасный момент у красноярцев. Я пытаюсь расслушать вторую замену в исполнении туликов. У мяча Большаков, между прочим. Хороший удар с таким наклевом, рикошетом от газона. Мяч прилетел все-таки в руки голкипера. И я думаю, что Хозина болельщики со стажем точно могли вспомнить по игре в элитном российском дивизионе. Еще один опаснейший удар. Какой! И Левашов его отражает на угловой. До него добрался Манелов. Тяжело ему будет, конечно, продраться через всех. И еще один дальний удар. Неужели это Хозин и попытка добивания? Неплохо, по-моему, приложился. Мы видим штаб Гаранина. Разыгрывают тулики. Еще одна подача. И вот опасно Панченко! Еще один удар через Кахидзе. Но вот вторая попытка уже получилась гораздо хуже. Да, расстроился Панченко. Да, Иванов просто лежит на газоне. Ну что, последняя возможность Арсенала спастись. Подача. Сюда пришел Левашов. Он успевает пробить поворотом. Но после этого удара голкипера звучит финальный свисток. 41 очко. Команда поднимается на третье место и обходит Аланию на 1 балл.